Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимова и ее гости. У меня Юрий Гемельфарб. Юра, здравствуй! Добрый день, Света! Я приветствую всех наших зрителей. А некоторые есть технические проблемы у Юры. Может, их и не будет. Но если наш эфир завершится раньше, значит, чем мы планируем, ну, значит, такая судьба. Юра, я вот да. Что хочу сказать, да? Вот у Сергея Есенина в его стихотворении «К женщине» есть слова «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». А Герберт Уэллс, да, он тоже, я дословно не процитирую, но близко к истине скажу, потому что он, да, что вот события произошедшие становится понятно по прошествии какого-то времени. И вот уже неделя прошла, значит, после того, как были дебаты между Трампом и Харрис. И что стало тебе, например, понятно через неделю? Ну, давай начнем с главного, вот что мне резануло глаз. Это, во-первых, поведение модераторов телеканала ABC. Это не журналистика, это в приличном обществе, есть, конечно, слово, которым это можно описать, но в приличном обществе его не произносят. И отметил это, кстати говоря, не только я, это отметили многие, в том числе и те, кто не любит Трампа и симпатизирует Камале Харрис. Когда эти так называемые журналисты, они перебивали, они явно при этом подыгрывали Камале Харрис. В этой ситуации я могу лишь одно сказать, что идет процесс умирания американской журналистики. Свет, вот я тебя сейчас призываю в свидетели. В 80-е годы, как говорится, и ты, и я были большими мальчиками и девочками, и мы помним, что ссылка на американскую прессу это была как банковский вексель. Ну, раз это американцы сказали, то тут уже сомневаться просто неприлично. А сейчас происходит страшная вещь. Дело в том, что в Израиле есть такой новостной портал, он называется News.ru.co.il. Это неангажированный, это нейтральный портал, он русскоязычный. Такой эфир, как говорится. Вот, и он 11-12 сентября провел опрос. Опрос, ну, в основном мы хотели выяснить отношение израильтян к России, к США, к Украине и так далее и тому подобное, но в числе прочего, был еще вопрос о доверии к средствам массовой информации. Российским СМИ, согласно этому вопросу, доверяют только 3% русской улицы. Только 3. Но это понятно. Жалко только то, что 3% это идиоты. Ну, бог с ним. Но американским СМИ доверяют только 29% русскоязычных израильтян. Абсолютное большинство не доверяют ни российским, ни американским. А вот это реальный шок. Вот это то, что чего добились левые, ангажированные американские СМИ. Это, по сути дела, Света, это революция. Это реальная революция. Но здесь вот подобного рода поведение модераторов телеканала ABC, оно сыграло на руку Трампу. То есть Трамп, он по сути сражался не с Камалой Харрис, не со своим конкурентом на предстоящих выборах, а еще и с модераторами. То есть он показал,
что он держит удар. То есть это на самом деле сыграло ему в плюс. Более того, почему я вот так говорю, не называя цифры? А дело в том, что от цифр-то мы не знаем. Буквально сразу же телеканал ABC, он опубликовал, что 63 виноват процента за Камалу Харрис, а 37% за Трампа. Но дело все в том, что в социальных сетях результат зеркальный. 67%, 63% за Трампа, 37% за Камалу Харрис. Так вот, понимаешь, в чем дело? То есть сейчас в отношении впечатлений можно сказать, что это примерно 50-50. Но давайте не будем забывать, что дебаты – это не выборы. Дебаты – это просто симпатия и антипатия. А выборы меньше, чем через 2 месяца. За это время многое может произойти. Теперь о впечатлении от кандидатов. Черт с ними, с модераторами. Трамп держался уверенно. И самое, что интересно, что с моей точки зрения даже не интересно, а самое главное, он был серьезен. Потому что, извини меня, выборы, экономика, внешняя политика – это очень серьезные вещи. А Харрис хихикала. Понимаешь, Свет, вот есть в полемике такой прием, в искусстве полемики. Когда человеку нечего сказать, или для того, чтобы в публичной полемике получить преимущество, человек смотрит на своего собеседника снисходительно, высокомерно, а после любого его ответа заливает смех. У человека естественная реакция... Это задать вопрос, а я что-то смешное сказал? Вот. Но этот прием, он действует на невзыскательную публику. Ну, назовем вещи своими именами, на быдло. И таким образом иногда, даже когда нечего сказать по существу, симпатии отдаются хохотуму. Условно говоря. Но Харрис переигрывал. И в результате чего она действительно выглядела глупой хохотушкой. Кстати, Свет, извини, конечно, но мой жизненный опыт говорит о том, что таким приемом часто пользуются женщины. Причем женщины неумные, которым по существу сказать нечего. Ты ей сказал, она ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А что я смешно сказал? Ой, да, это ерунда. Ха-ха-ха-ха-ха. Это есть такой прием в полемике. И, собственно говоря, после этих дебатов, проанализировав предыдущие выступления Камалы Харрис, я пришел к выводу, что это ее стиль, а ей нечего сказать. Она вот этим ха-ха-ха компенсирует откровенную свою глупость. Вот это мои впечатления после дебата. Юра, вот, знаешь, увидела где-то в сетях такую мысль, она мне кажется важной, звучит так. Выборы в Америке могут пройти честно, могут пройти нечестно, но власть левые не отдадут. Левые никогда не отдают власть. Понимаешь, Свет, это очень серьезная тема. И на прошлых выборах именно благодаря фальсификациям и победили левые. Но дело в том, что команда команда Трампа в 2020 году не была готова к таким фальсификациям. Сейчас, я надеюсь, они к этому готовы. И фальсификации будут. Но тут надо иметь в виду, что, конечно же, Россию они не переплюнут. Такие фальсификации, как в России,
Ну, в Соединенных Штатах вряд ли пока возможно, я подчеркиваю, пока. Поэтому в этой ситуации просто команде Трампа необходимо иметь это в виду и держать ушки на макушке. Ведь тут следует понять одну вещь. В выборах важна даже не победа, о том, что в результате не сомневался бы никто. Понимаешь, в Америке побеждали разные люди. Был и, ну, классический пример, был и Джимми Картер. Был после него и Рональд Рейган, как говорится, почувствуйте разницу. Важно другое. Важно то, чтобы в победе не сомневался никто. А тогда человек получает легитимность. Вот в этом отношении Путин сделал фатальную ошибку в своей жизни. Да он бы тогда победил бы, я имею в виду про тогда, в 2012 году, он бы и так победил. Проблема была в том, что вот эти масштабные фальсификации, они вынудили Путина к диктаторским мерам. Вот в чем было дело. А так бы он не стал диктатором, да? Понимаешь, тут, как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Стал бы, не стал бы, но в сложившейся ситуации, а выхода у него другого не было. Иначе как стать диктатором? Он не мог просто поступить иначе. Просто не мог. Я его, Свет, тут надо понять, я его совершенно не оправдываю. Нет. Путин негодяй, Путин мерзавец, Путин современный Гитлер. Но я просто говорю, почему это получилось. А как это может и в США получиться что-то похожее? Ты же к этому клонишь. Да, я к этому клоню, что в Соединенных Штатах, если будут фальсификации а-ля Рюс, то у демократов не останется другого выхода, как начинать репрессии, как строить ГУЛАГ. А выхода у них другого не будет. Ты понимаешь? Я понимаю, но я сомневаюсь, что строители ГУЛАГа из них очень квалифицированные. Не сравнишь с Россией-то. Да ты знаешь, Свет, дурное дело не хитрое. Научатся, если, как говорится, захотят. Тем более, что марксистка Харрис, она учла ошибки советских руководителей. У меня Она вообще... способна что-то учесть, и она знает об ошибках советских руководителей. Ну, тут сказать трудно, но у нее есть команда, которая поддерживает. А это команда Обама. А этот способен. Понимаешь, дальше они могут начать менять Конституцию, вводить поправки. Но, как говорится, им Россиюшка предоставила учебное пособие. Вот я на твой канал заходила, у тебя там одна передача по оценке вот этих дебатов о том, что Америка превращается в Папуасию, вроде вот этого. И твои комментаторы примерно об этом пишут. Что тебя вот на такую мысль навело, например? То, что усилиями команды Обамы, Байдена, туда завозится безумное количество мигрантов. То есть создается зона внутренней нестабильности. Причем эти мигранты, да, Америка страна иммигрантов, но они менялись под американскую среду. А здесь они меняют американскую среду под себя. Ты понимаешь? То есть сейчас
если человек, скажем, черный гей, не христианин, то ему дорога и почет. А если человек белый, гетеросексуал, то извини, подвинься. Это политика расизма. Но учитывая то, что туда завозят натуральных дикарей, ну давай мы вспомним, вот я был вынужден посвятить этому целый стрим, там проблема Спрингфилда в Огайо, что после того, как Трамп сказал, там едят домашних животных, они терроризируют жителей. Камала Харрис, естественно, начала ржать, а этот модератор сказал, что мы связались с мэром Спрингфилда, ничего похожего там нет. Я специально сделал целый стрим и показал, что это на самом деле есть. При этом я был вынужден забанить нескольких своих бывших давних подписчиков, которые, у нас полностью совпадают точки зрения, только это люди, ненавидящие Трампа, и сразу, как я смел что-то сказать про плохое, про Камалу Харрис и хорошее про Трампа. Тут же пошел поток хамства, но я просто был вынужден забанить людей. Понимаешь? Юль, вот смотри, поедание собак, там, кошек в России, да, оно давно практикуется. Мигранты именно этим занимаются. Но в России оно даже как бы со знаком плюс, потому что там, если бы не отлов вот этих бродячих животных мигрантами, да, там количество бездомных стай собак, оно бы все затерроризировало. Но ведь в Америке это другая ситуация. И там, я думаю, другое отношение к животным. А то, что мигранты это делают, ну, естественно, делают. Они прибыли, многие из них, из стран, где это нормально. Дело вот. Даже не в этом. Даже вот не в том, что они едят. Дело в том, что они приносят в Америку свою социокультурную среду. Да. Понимаешь? И, соответственно, действительно, вот в Спрингфилде 60 тысяч жителей, но когда в каденцию Байдена-Харриса туда заехал 20 тысяч гаитян, но они, естественно, превратили жизнь жителей Спрингфилда в ад. Это на самом деле, это реальность. И сейчас такое... Это распространяется в США со скоростью пожара в прерии. Да, вот и Инна Шифанова, израильтянка, пишет, ГУЛАГ можно построить, правда, время надо, но если американцы выберут коммунистов, это реально. Так не только в Америке призрак коммунизма разгуливает. Но призрак коммунизма, он сейчас очень все популярнее, Юль, становится. И что с этой вещью делать? А ты права. На самом деле, Свет, ты понимаешь, коммунизм выгоден социальным паразитам. Он не выгоден честным труженикам, он не выгоден предприимчивым людям. Он не выгоден трудоголикам, он не выгоден. А социальным паразитам он выгоден. Он выгоден бюрократии. Вот тебе и все. Да, он становится популярен. И до чего это доведет человечество? Я не буду оригинален, я опять же процитирую Дональда Трампа. Это доведет до Третьей мировой войны. Потому что, ты понимаешь, социальные паразиты, они не любят капиталистов, они не любят тружеников, но они также и друг друга-то не очень жалуют. Поэтому
вариант того, что начнется мировая бойня, в которую будут постепенно включаться разные паразиты, желающие руки погреть, в этом у меня сомнений нет. Юра, тема, значит, вот Украины, она звучит, вот Камала Харрис запустила там целый блок рекламы в поддержку Украины. Да понятно, что вот даже ракетами не разрешили стрелять. Понятно, что, значит, ленд-лиз не дали. Понятно, что все эти три года уже скоро обманывают. Но слова-то хорошие. А Трамп не выразил прямую поддержку Украины. И это очень против него собирает, значит, аудиторию. На самом деле это и так, и не так. На самом деле, давай начнем с того, что в Соединенных Штатах, если попросят вот среднего американца найти Украину на карте, он это долго будет делать. Он не найдет. Что Украина, что Папуа-Нова Гвинея, что там какая-то Буркина-Фасо, да плевать он на это хотел. Его свои проблемы волнуют. Внутриамериканские. И это необходимо понимать. Но вот то, что сейчас в Украине, я не проводил социологические опросы, я не могу сказать, большинство или не большинство украинцев, они поносят Трампа и превозносят Камалу Харрис, а вот это не есть хорошо. Конечно, не есть хорошо. Хотя украинцы права голоса на американских выборах не имеют. Однако украинцев там очень много живет в США. Да, есть украинская диаспора. Она имеется. Но здесь я поэтому и говорю, они слушают в том числе и своих земляков, поэтому украинцы поступают очень недальновидно, когда они поносят Трампа. Очень недальновидно. Потому что хорошие-то слова можно произносить. Например, Байден назвал Путина убийцей. Ура, да, боже храни Байдена. А сделал он что? Ленд-лиз он подписал, но не дал. Ракеты дал, но запретил стрелять по территории России. Но он ругает Путина. А Трамп говорит, что Путин хороший парень. Да. Ну, у Трампа это у него все хорошие парни. Да. Вот. Это у него стиль такой, такая фигура речи. Но все-таки, вот, ты понимаешь, будут, например, дебаты между вице-президентами. И вот этот Венс, который у Трампа, он, на твой взгляд, больше ему пользы приносит или вреда приносит? Ну, давай так. Во-первых, это интервью Джей Ди Венса, которое он дал месяц назад. Сейчас оно заново всплывает, что Украина должна отдать свои территории. Это, конечно, глупость. И я об этом говорил, и мне тут добавить нечего. Но я также сказал, что вице-президент Соединенных Штатов – это очень своеобразная фигура. Это заместитель первого лица, но четко выраженных должностных обязанностей у него нет. Внешнюю политику определяет первое лицо, а осуществляет Госдепартамент. Но в Америке, в американской системе может быть ситуация, когда президент страны поручает вице-президенту какое-то определенное направление. Говорит, вот занимайся этим направлением. Все. Больше ничего. Я сильно сомневаюсь, что Трамп поручит Венсу направление Украины. Потому что слишком важное это направление, и вряд ли он туда поставит неопытного Венса. Более того, я напомню один интересный факт из биографии Джей Ди Венса. Он ведь вначале был против Трампа, называл его разными плохими словами, но потом он поменял свое мнение.
Ну, А поменял ли или задание пошел выполнять какие-нибудь? нет. Там задание он не пошел выполнять, потому что в такой ситуации он слетит с своего поста и все. На самом деле Трамп взял Джей Ди Венса по двум причинам. Во-первых, сама его фигура – это воплощение американской мечты. То есть человек из низов, из неблагополучной семьи поднялся на самый верх. Сделал себя сам. Это воплощение американской мечты. Это первое. И второе. За 4 года есть все шансы подготовить человека, ну, грубо говоря, как преемника, как кандидата на следующих выборах. А Трамп, я напоминаю, не сможет баллотироваться на следующих выборах. И дело не в его состоянии здоровья, не в его возрасте, а дело в американских законах. Но посмотрим. Кстати говоря, еще непонятно, кому Трамп отдаст пост главы Госдепа, госсекретаря. Я полагаю, что вполне возможно, это будет и Ники Хейли. Это тоже очень возможно. Поэтому посмотрим. Но что касается вот предстоящих 1 октября дебатах Тима Олша и Джей Ди Венса, здесь я, Свет, извини, я никаких прогнозов делать не буду, потому что ни того, ни другого я в полемических баталиях не видел. Не знаю, Понятно. посмотрим. Вот смотри, Юр, да, Камала Харрис тоже была 4 года, сидела вице-президентом, тихо, как мышка, никто про нее не знал, и вот она тебе вылезла, пожалуйста. А что, если получится, допустим, вот выбрали Трампа, да, прошло какое-то время, возраст ведь все-таки, про это надо иметь в виду, и вот Америка получила Венса Ди Венса в президенты. Это очень тревожит людей. И вот что ты думаешь по этому поводу? Видишь ли, Свет, ну, всякое может быть, всякое Да. возможно, но я не думаю, что Джей Ди Венс, он будет как Камала Харрис. Кстати, ты не права, что Камала Харрис сидела тихо, как мышка. Она, в частности, съездила в Киев и попросила не наносить удары по Забыла бы. российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это повлияет на нефтяные котировки. О, гениальная женщина, гениальная. Ну, поручили, съездила. Что поручали, то она и делала. В общем-то. Или ты считаешь, что это ее была инициатива? Нет, это не могла быть ее инициатива. Я уже говорил, что последние более чем полгода, наверное, это месяцев 8 или больше, Байден, он недееспособен. А в ситуации недееспособного президента всегда возникает несколько сил влияния, которые то туда, то сюда начинают тянуть. Да, вот Инна Шифанова говорит, евреи за Харрис, они против себя или телевизор не смотрят. Это, наверное, речь идет о том, что пропаганда, а пропаганда идет со стороны левых страшнейшая. Она все-таки оказывает влияние на все слои общества и на все, как говорится, вот настроение влияет. Понимаешь, если говорить о богатых людях, то там уже национальность роли не играет. Если говорить о миллиардерах и мультимиллиардерах, об олигархате, это во-первых. А не на низовом уровне, тут ты пропаганду какую угодно задай, но люди видят, что в Америке уже, извини меня, начинаются микроеврейские погромы, что вот когда в одном из калифорнийских университетов там устраивали допросы и
если человек не ругал Израиль, его просто не пускали в УСА. Не сионист ли ты часом? А если этот экзамен он проходил, ему давали синий браслетик на руку, и, пожалуйста, можешь проходить. Но это что такое? Понятно, с этим понятно. Вот Харис Камали, да, вообще демократам, нужна внешнеполитическая победа. С Украины у них не получается, мира явно никакого не успевают сделать, но ведь и с Израилем не получается, несмотря на то, что нажимают со страшной силой. Дело в том, что правительство Нетаньяху не ломается под американское давление. Это совершенно очевидно, но здесь речь идет о жизни и смерти государства. Здесь, опять же, Биби, он прекрасно понимает, что если уступить американскому давлению, то Трамп, опять же, правильно сказал, через 2 года Израиль перестанет существовать. Только я бы добавил, через 2 года, а возможно и раньше, начнется просто мировая бойня. И начнется она как раз на Ближнем Востоке. Это давайте не будем забывать. Что касается Украины, ну, слова там будут, конечно, очень приятные уху украинцев, но война будет продолжаться. Юра, американцы из Ирана намерены выводить свои войска, и Иран, получается, придвинется к Израилю и придвинется очень сильно на большой шаг. Все, Иран, и где Ирак был, туда придут иранские боевики. Что Ирак с ними сможет сделать? Ничего. Ничего он с ними не сделает. Вот это очень серьезная ситуация. Как ты ее оцениваешь? А как я ее оцениваю? Ну, извини меня, если постоянно уступать агрессору, а постоянно его умиротворять, ну, проходили это уже 80 лет назад. А что сейчас поменялось? Все то же самое. Только сейчас не Гитлер, а отмороженные иранские аятоллы. Сейчас Путин. Вот тебе и все. Вот саму ситуацию сейчас, как ты можешь оценивать? Значит, с хамасятами вы почти управились, да? Или не совсем? Но согласно данным, которые озвучил министр обороны Израиля Йоав Галант, на сегодняшний день, согласно полученным разведданных, у Хамаса осталось только четверть боевиков, четверть вообще его боевого потенциала, и оставшиеся, они измотаны морально и физически. Но это еще не полная победа. Ваши тоже измотались и морально, и физически устали, и тоже проблем-то с этим, с усталостью, закалывать достаточно. Да, и это тоже есть. Это тоже есть. Вот, а впереди вот еще Хезболла у вас. На севере ситуация очень нехорошая. То есть север горит. Когда там жители смогут вернуть свои дома, это пока совершенно непонятно. Юр, до американских выборов уже даже не 2 месяца, уже меньше, да, получается, меньше. И готовым надо быть к худшему варианту. Это всегда так. Это хорошо, если он будет лучше. А если не будет, и шансы Израиля на выживание, они уменьшаются? Понимаешь, нам, я в сотый раз повторяю, нам некуда бежать. Некуда просто. Понимаю. Когда, как хорошо сказал Игорь Миронович Губерман, когда от дурости дурее взорвете вы весь шар земной, последними уйдут евреи, и свет погасит с собой.
Это, да, вот хорошие строки, я их тоже знаю. Юра, вот, вернее, демократы, они не простят вот такой настойчивостью Израиля. Вы их сильно подвели. Они ожидали, что вы, как всегда, уступите. Ну, это что есть, то есть. Ну, на то и существует у нас внешнеполитическое ведомство, на то и у нас и существует премьер-министр. Посмотрим. Понятно. Давай немножечко, вот пару слов, пару-тройку об Украине. Да? Ну, Путин пугает. Последняя красная линия, если, не дай бог, ракеты будут стрелять американские все по России, это все, это война. Мировая. Ты знаешь, я уже устал читать эти красные линии. Да понятно, после, но карандаш еще красный не закончился у него. После Вьетнамской войны, по-моему, журналисты, то ли Вашингтон Пост, то ли Нью-Йорк Таймс, они подсчитали, что за время войны Китай выпустил что-то около 300 последних предупреждений. Отсюда и пошло выражение «последнее китайское предупреждение». Видимо, эта фраза теперь не актуальна. Это будет последнее кремлевское предупреждение. Уже сколько таких последних было? Да, то есть ты не относишься это к серьезному. И вот ты знаешь, Юр, сегодня где-то в начале эфира ты очень хорошую такую вещь сказал, что начали наконец-то обращать, что за пропаганда, что за информация она уходит в мир. Ужасно, ужасно. Ты знаешь, раньше можно было как-то еще отделить новости от бреда. Сейчас это уже линия вся размылась. Новостей не остался, остался бред. Что с этим можно реально-то сделать? Я одно могу сказать. Думать. Думать головой. Проверять, конечно, перепроверять тем, кто потребляет эту информацию. Нельзя. Просто нельзя бездумно впитывать в себя разное количество. Вот ты понимаешь, в чем дело? Когда человек годами живет в околесице, он перестает разбираться, что околесится, а что нет. Тогда на помощь приходит здравый смысл. Вот ты несколько минут назад упомянула то, что Путин в очередной раз прочертил коричневую или красную, или какую, я не знаю. Да не важно, линию на тему того, что это война. Но я напомню, что старую истину, угроза, произнесенная многократно, но не произведенная в исполнение, она девальвируется, она нивелируется, на нее перестают обращать внимание. Поэтому, вот это только один пример я привел, вот на основании той темы, которую ты сама подняла. А как другой пример тогда, что если в спектакле в первом акте висит на стене ружье, то в третьем акте он выстрелит, это ружье, оно выстрелит. Я это к тому, к возможности ядерной бомбы вот этой. Ну, давай так, возможности ядерной бомбы. Я опять же напомню общеизвестную вещь. Последний раз испытания ядерного оружия производились в Советском Союзе. Это было в 1990 году на полигоне Малые Кармакулы, это Новая Земля. Там были подземные ядерные испытания. С тех пор ни разу их не было. Сработает. Ну, на севере же что-то у нас пытались сделать, на севере-то, что-то там пытались какие-то. Не, это ты имеешь в виду в Нёнексе? Да.
Это было не испытание ядерного оружия. Так вот, и если вот мне, например, задать вопрос, а сработает эта ядерная, ядреная бомба, нет, я не, с уверенностью не скажу, и ты пойми, что, ну вот я это приведу пример, чтобы было понятно нашим зрителям. Вот представьте себе, вот что такое ядерная начинка для бомбы. Вот представьте себе мангал. И в этом мангале угли. Когда вы их разожгли, они очень горячие, на них можно пожарить шашлык. Вот такая вещь. Но через некоторое время угли остывают. Их руками брать можно. Вот эта начинка, это приблизительно то же самое. Понимаете? Понятно, понятно. А вот Америка, допустим, там, ну, естественно, тебе там никто не доложил, но что-то ты знаешь, там ни в каком состоянии ядерное оружие. Не знаю. Не знаю. Просто не знаю. Но дело в том, что у них средства побольше на обновление ядерного арсенала. Значит, а как старинная эта самая программа российская под названием «Мертвая рука», которая, как говорится, будет работать? Вот, допустим, никого уже нету, а программа эта сама по себе будет работать. Одна ракета ядерная за другой будут взлетать и уничтожить все человечество, ну, если в случае, значит, если гроза будет России грозить. Ты вот имеешь в виду систем периметров? Да. Это не мертвая рука, это бытовое название, которое гуляет по разным средствам массовой информации. На самом деле это система периметров. В автоматическом режиме она не работает. Вы что, ребят? Фильмов насмотрелись типа «Терминатор». То есть не будет сама по себе. Сама по себе не будет. Хорошо. А как вот такая вещь, да, это самое, это тоже бред, который в отношении ядерного российского оружия гуляет. Что в чемоданчике Путина есть такой код, который он должен возобновлять, ну, через равные какие-то промежутки, может, через несколько дней, через неделю. И если он этот код не переустановит, то все, бомбы начинают сами летать. Что, значит, привязано все это к такой фигне? Свет, это такая же легенда. Потому что вот эта система «Кавказ», она немножко иначе работает. Там, ну, это долго рассказывать, там сложнее это все устроено. Но самое главное, там включена защита от дурака. И если он не введет этот код, то все к определенной матери взорвется, ну, ребята, ну, это бред. Ну, это бред. Вы что, я не знаю, низкопробных боевиков насмотрелись? Хотя, я с тобой соглашусь, что эти вот легенды, эти слухи, они гуляют по интернету. Есть даже целые сайты доморощенных конспирологов. Пиарить их просто не хочу. И на людей они действуют, и сильно действуют. Извини меня. Ну, смотрите, ребята, РЕН-ТВ. Что я могу сказать? Понятно. И, значит, Юр, какие ближайшие события, вот зачем ты будешь наблюдать в США, и что для тебя важное в Израиле? Давай про США. Ты знаешь, главное, зачем сейчас имеет смысл наблюдать, это события, которые происходят на украинском фронте.
на Ближнем Востоке. Вот это единственное, что достойно за США внимания. Можно не наблюдать, да? Но, понимаешь, ничего принципиально нового там вряд ли будет происходить. Ничего. Юра, а ведь в Курскую область очень большое количество российских войск введено, и не факт, что ВСУ там останутся. Понимаешь, Свет, тут я не военный человек, я тебе только приведу один факт. Вот россияне под барабанный бой и звуки фанфар, они объявили о том, что начали контрнаступление в Курской области. Они тут же получили фланговый удар через границу в Глушковском районе. Так что это игра, в которую играют вдвоем, и не знаю, что там дальше будет. И про заявление Зеленского, что в ближайшее время, до Нового года так, что Россию принудит Украина к миру, и именно на условиях Украины. Как к этому заявлению ты относишься? Я к нему отношусь очень настороженно. Одно из двух. Либо это заявление было сделано на основании каких-то знаний, которые недоступны широкой публике, и каких-то резервов, о которых широкая публика не знает, либо это просто было пропагандистское заявление. Поэтому я не готов его сейчас комментировать. Посмотрим. Не знаю. Но могу сказать, что если это не пропаганда, значит, есть какие-то резервы накопленные, есть что-то, что нам неизвестно. Ну, это вероятно, конечно, есть. И не должно нам все быть известно. Но, возможно, это еще Надежда сказала, что и Америка разрешит бить по России то, что надо. И, значит, Великобритания и все прочее. А пока что ясности-то что-то сильно нет большой. Ну, единственное, что я могу отметить в данной ситуации, то, что Украина начала опытное производство, возобновила своих баллистических ракет. Посмотрим. Да, вот только от начала до выхода на массовое производство это время проходит. Посмотрим. Довольно-таки. А и про Израиль последнее скажи. Ну, про Израиль я вот скажу так. Вашу статистику видела. За последний год, когда идет война, население Израиля не убавилось, а сильно прибавилось. И едут, возвращаются к вам в большом количестве евреи, которые жили в США, жили, значит, в Канаде, и из Европы много идет. То есть едут в поисках безопасного места, самого безопасного, самого надежного. И вот это, наверное, оптимистическая информация. А потому что народ Израиля жив. Ам Исраэль хай. Ам Исраэль хай. Ну что, прекрасно, Юра, и у нас с тобой ответственно вел себя твой компьютер, и ничего у нас не случилось плохого. Конец эфира.